Ты здесь делаешь? О, Мисти! Здравствуй, Мисти! Делаю кое-что для моих друзей. Я тут весь день. Но... Очень мило с твоей стороны. Да? Ты так дуб? Правда, я хочу подарить им кое-что. Ты очень щедрая. Какие-нибудь ягодцы. То есть? Я так и сказала. Не думаю, что они... Точно! Вот я и хотела достать, но я весь день тут вожусь с гли... Поможешь мне найти подарки для моих друзей и для тебя какой-нибудь ягод? С удовольствием. Я принесу жемчужины и блестящие камешки. Да и драгоценность мне... Ура! Спасибо! Вы... Что ж, мне все ясно. Увидимся позже. Я тут скоро закончу. Встретимся на утесе у лагуны. Я познакомлю тебя с друзьями. Спасибо тебе. Лагуна с жемчужинами. Лагуна, о которой говорила девочка.
О, вот и шахты. Там я найду блестящие камешки. Заброшенные шахты с блестящими камешками. Найти их было просто. Thank you.
Жемчужины и камешки у меня. Пора вернуться к девочке. Девочка и ее друзья. Быстро она сюда добралась. Мисти, ты как раз вовремя. Мои друзья наконец-то здесь. Но... здесь нет никого, кроме нас с тобой. Что? Мисти, разве ты их не видишь? Вот же они. Видишь тот, что слева Тео, а справа Эрла. Выглядят мило, но это же не настоящие друзья. О чем ты? Это мои друзья. Я их сделала. Я это вижу, но... Мама сказала, мне нужны друзья. Вот я и... Так друзей не заводят. Скажи матери. Не могу. Она умерла. Мама умерла. Она уплыла с пиратами. Сказала, что вернется с огромной кучей драхм. А когда она приплыла назад, ее туника была вся красная. И она велела мне беречь себя и завести друзей. Но друзей у меня не было. Как их завести, я не знала. Так что я долго думала и решила сделать их из глины. Я ошиблась? Теперь мама расстроится? Я не хотела, не хотела. Нет, дитя. Все верно. Мама гордилась бы тобой. Друзья могут принимать разный облик. У меня вот есть орел, и он мне друг. Ух ты, правда? Здорово! Держи, подарки для твоих друзей. Почему бы тебе не нарядить их? Они будут рады. Спасибо, Мисти, ты лучший. Я так и сделаю. Прости, дитя. Я не смог разбить твое сердце, хотя и стоило. Как раз вовремя. Но... Что? Видишь тот... Твои друзья? Из глины? Как с ними можно дружить? О чем ты? Это мои друзья. Я это вижу. Мама сказала мне... Так друзей не зовут. Не могу. Она умерла. Мама умерла. Она уплыла. А как велела мне... Но друзей... Я ошиблась. Теперь мама рад... Я так больше не могу. Что ты делаешь? Это для моих друзей. Это не друзья. Это куски глины. Заведи настоящих друзей. Ступай в город. Найди сверстников.
Нельзя жить здесь одной. Мне велели держаться подальше от города. Говорят, я проклята. Иди в другой, познакомься с кем-нибудь. Есть еще хорошие люди. Тебе не понять. Ты не я. Ты не понимаешь. Уходи! Увидимся на церемонии выбора. Особенно жду тебя. Наверняка он богат. Это Эти, наследник самой влиятельной семьи на Кеосе. Завтра на церемонии он выберет себе жену. И нам нужно благословение Эроса. Все это ради богатства. Нет! Твои чувства наверняка тем сильнее. Нет! Я... А тебе не пора начинать молиться? Нет, я должна выделиться. Если надо что-то сделать. Что угодно? Все, что угодно. Эрос, умоляю, он... Я ведьма и служу Гекате, богине зелья. Что за чушь?
Я куплю его. Прошу, продай. Я не ищу выгоды. Я каждое зелье любви не только. И как только ты выпьешь, нам кое-что нужно. Ох, но как же мне достать все это так быстро? Уверена, Мисти. Прошу, Мисти, ты и денег, конечно. Отдам все, что есть. Если Эти выберет меня, дам еще больше. Ладно, я достану ингредиенты. Что ж? Отлично. Тот самый склад. Грибы должны быть где-то внутри. Вот и склад. Теперь надо найти эти грибы. Говорят, из них делают оружие или яд. Точно не помню. Замолчи. Должно хватить, но есть их я бы не стал.
Давай, давай! Проведаю ее позже. Хейла! Обломки корабля. Надеюсь, пираты здесь еще не побывали. Элла! Вот и место кораблекрушения. Кажется, все. Пора встретиться с девушкой и ведьмой в храме. Вот все, о чем ты просила. О, спасибо, Мисти. А теперь мне нужно кое-что личное. Последний ингредиент.
Я больше ни за чем не пойду. Нет, нет. У девушки есть то, что мне нужно. Я отдам все, лишь бы быть с этим. Мне нужна прядь твоих красивых волос. Твоя роль сыграна, Мисти. Приходи на церемонию в дом Эти и увидишь плоды своих трудов. Его дом тот, что с видом на море. Ты должен прийти. Эти выберет меня, и ты получишь награду. Его любовь дорого стоила. Надеюсь, он богат. Идем, у нас много дел. Увидимся на церемонии, Мисти. Что? Мисти, убей эту змею! Я облысела из-за нее! Прости, любовь моя. Я только посмотрю, что нужно этим крестьянам. Ты сказала, нужда лишь прядь. Что это такое? Это все же ясно. Наивная дурочка становится жертвой своей соперницы. Змея! Эти выбрал ее, а не меня! На меня он даже не посмотрел. Как ты могла так поступить? Эти принадлежит мне. Только я искренне люблю его. Мы росли вместе. Это я всегда заботилась о нем. Думаешь, я позволю корыстной дурочке украсть любовь всей моей жизни? Эти не знает, что для него лучше. Он давно на нее посматривал. Ему нравилась ее внешность. Я все изменила. Что случилось с зельем? Она выпила его. Видишь, оно сработало. Она добавила прядь моих волос в зелье. Я выпила его. Сперва ничего не почувствовала, но потом все мои волосы выпали. Колдовство! Ты наложила заклятие! Заклятие? Ты шутишь? Если бы только заклятия существовали. Это алхимия. Немного знания местной ядовитой флоры и, возможно, все. Те грибы обычно вызывают сильную реакцию, но чтобы от них кто-то облысел, в худшем случае сыпь. Все вышло лучше, чем я предполагала. Мне обещали деньги. Заплати мне и все. Вся эта драма мне ни к чему. Вообще-то, это она наняла тебя, а не я. Она смеется над нами! Убей ее! Она сделала то, что пыталась сделать ты. Пошла на все, чтобы быть с тем, кого любит. Не могу ее винить. И это после всего, что она сделала? Ты проиграла. Ступай домой. Сначала заплати, потом ступай. Видишь, Мисти все понимает. Идем, Эти, мой милый. Оставим этих крестьянок. У нас много забот с торжеством. Я счастливейший из людей.
У меня товары отменного качества. Если что-то нужно. Мне нужны моряки, и я плачу больше всех. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Готовьтесь, отплываем! Рад, что ты с нами, капитан! Шустрей! Живей!
По местам! Суши весла! Весла на воду! Наемники всех мастей. Прими. И о какой битве идет речь? Меня зовут Дракиос. Алексиус. Битва сотни рук привлекает воинов, желающих. Я убиваю за деньги. Все битвы одинаковы. Верно. Думаю, когда-нибудь обо... Присоединяйся к битве и сразись с лучшими во... Если это те люди, о которых я думаю... Воистину, они очень... Знаешь, ты мне кое-кого напоминаешь, одного свирепого воина. Может, семейное сходство? Деймос, что ли? Значит, за битвой стоит культ. Не будем об этом. Ты ведь всего лишь претендент. Но если одержишь победу в битве сотни рук, я расскажу все, что знаю. Я буду участвовать. Я так и знал. И ты можешь подсказать... Воистину могу. Один из наших фаворитов как раз ищет товари... Я готов сражаться. Ты еще не прошел тренировку. На с виду ты силен. Думаю, если подкинешь мне немного драхм, мы... Думаю, тренировки мне ни к чему. Награда будет зависеть от твоих стараний. Битва скоро начнется. Будешь готов, приходи к городским воротам. Всего доброго. Готовьтесь, войны. Битва скоро начнется. А вот и Мисти. Можем начинать. Сегодня нас вновь объединила битва сотни рук. Воистину. Могучие воины со всей Греции собрались, чтобы помериться силой и мастерством от лучшего мечника афинской армии. В финале двое лучших бойцов сразятся на Омниагорне. Yeah!
Четверти бойцов нет в живых. Даже кулаки эффективнее. Снова Гор. Половина воинов мертва. Но ведь это должен быть бой всех против всех. Они явно действовали сообща. Yeah!
горю! Спасите! Остальные соперники где-то еще. На помощь кто-нибудь!